добрый день. Христос воскрес! Воистину воскрес! Дорогой Игнатий Сергеевич, да, молясь о вас, я вот хотел спросить, как самочувствие у вас, как самочувствие у отца Иоакима и у брата Павла? Брата Павла не вижу, не знаю, я же в городе, а он в деревне. Ну, я знаю, что вы в городе, но вы с ним общаетесь, Игнатий Сергеевич? Нет, не общаемся, он ни с кем не общается, у него нет ничего. Он ни написать не может ничего. Связи даже так, брат живет. Связи, да? Ну, нету, я сказал, связи никакой нету. Он не нуждается. Я буду молиться. Мне просто такое, что я буду молиться до конца. Он не нуждается в этом. Вы думаете? Так я думать не буду даже. Он ни письмо не напишет, ни в интернет не выходит, у него ничего нету. Ой. Ну вот у меня он на душе как. Мне он как близкий. Ну, не знаю почему, вот такое у меня расположение к сердцу. Я не могу вот это изменить. Простите меня, пожалуйста. Я вас прошу простить меня. Я обязан за него молиться. Если обязан, значит, я буду до конца молиться, Игнатий. Я этого не могу. Даже если вы мне запретите, я этого не могу изменить. Мы каждый день молимся за него. Молимся. Молиться одно... Я каждый день на колени прошу. Простите меня. Каждый день за колени прошу за него. Молюсь. Я знаю, что он придет с нами в Царство Божие. Я знаю. Я просто это чувствую душой. Потому что я душой с вами. Я поэтому и молюсь за него каждый день, Игнатий. Простите меня. Скажите, пожалуйста, у вас все хорошо с ногами? Да все хорошо-то. Колени-то, конечно, ну, плохо. Ну, вы же знаете возраст. Вас, и вы знаете, через что прошло. За все благодарю Господа Бога. Я за все благодарю. Я и говорю, благодарю за все Господа. Хожу без палочки. Аминь, аминь, аллилуйя тебе. Аминь. Да, спасибо. Все, отхожу, рад вас услышать. Простите, если что не так, Игнатий Тихонович. Да нет, ничего. Все тогда, ничего у вас больше нету? Все. А остальное, если что, я вам напишу. Хорошо. Хорошо, с Богом отошел. С Богом.